Итак, дорогие друзья, всем привет! На моем аккаунте 28 961 кубок. Моя цель это 30 тысяч. Уже третий сезон я пытаюсь поднять. И, ну, не просто мне дается, но я реально очень сильно стараюсь. И вот, что в этом сезоне мы задумали. Виталий, когда сказал, что мы начнем пушить, есть одно предложение. Если ты не запушишь 30 тысяч, то как бы брови сбриваем. И я это тоже поддержал, но мне очень было стрёмно это делать, потому что... Ну, блин, без бровей ходить стрёмно. Но сейчас как бы шансы апнуть у меня, ну, все есть. Ну, вот просто надо позадротить и апнуть. И я сейчас официально заявляю. Если я не апаю 30 тысяч, я на полном серьезе, я полностью под ноль сбрею брови. До конца сезона один день 19 часов. Сейчас катки даются не очень легко. У нас, кстати, нету третьего. То есть Даркангела нету. И реально шансы падают. Но в любом случае мы не сдаемся и реально будем стараться. Сейчас мы пойдем, ребята, в неведомое пространство. Это ШД-дуо. Но там реально очень сейчас интересная карта. Частокол с роботом. Так как нету третьего, я решил предложить Витали сыграть там. Он, кстати, привет, Виталий. Привет. Я предложил ему там сыграть, и мы, кстати, уже немножко подыграли, разыгрались, и вроде как не идет поначалу, потому что бык тут не заходит, но потом вспомнили, что есть трамплины, и вот сейчас будет интересно. Короче, моя цель за видос апнуть 29 тысяч, и, конечно же, я вас жду всех вечером на стриме. Поехали! Поехали. Дорогие друзья, Виталий через один сезон будет пушить 40 тысяч. В СНГ еще никто 40 тысяч не апал. Если вам интересно, ссылка на его канал в описании. Переходим и поддерживаем его в этом нелегком пути. Фух, ну что ж. Ну, так. С богом, как говорится. Да, катка прогрузилась. Поехали. Очень-очень интересная тема. Хочется попробовать именно с трамплином. Реально, если нас зажимают, он может ставить трамплин, и мы просто улетаем. Повторюсь, на быке тут не очень заходит, но я его взял, чтобы апнуть на 700, потом пик сменю. Так. Виталий в ШД. О, скриньте, ребят, такого, может, никогда больше не увидите. Такс. Блин, нам пока не везет в плане банок. Вообще, я там уверен, уже всех по 10, наверное. Опа. О, блин, я бы его, не знаю, не брал давай, бы. Давай. Ну, давай, 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 давай сразу продамажим. Так. О, уже крысы ага. Идут. Ну если что, трамплин, помнишь, да? Ну мы заберем робота, мы заберем. Раз, два, все. Мое. Я подхилился сразу на гаджете. Так, а мы не все банки забрали, да? Одну за банку они стыбрили. Да. Ну ладно. Кстати, даже еще, смотри, даже можно не уходить на трамплине, а к ним запрыгнуть на трамплине. Да. Но это лучше не делать так, потому что все-таки можно... Если бы это ульта была, тогда да, так гаджет просирать. О, жесть. О, там их, у них много, надо от них убегать. Да, тем более пчела себе настакает. Так, бежим сюда. Блин, если я хочешь... спалился, я спалился. Справа, сейчас справа. Давай, иди. Давай, ставь трамплин, ставь. Подойди, подойди, подойди. Пока, пацаны. Блин, они за нами. Они просекли фишку. А, я сдох, блин. Ну, уже третье, хотя бы ничего не да, пили. Это будет ничейка. Блин, нам не повезло в начале, абсолютно. И мы попались на самую жесткую тиму. Окей, окей. Блин, я не хочу брови сбривать. Реально, вот сейчас мы застопорились. Если вы помните, вчера у меня не получилось апнуть 29 тысяч. Я вчера думал апну 29 и пойду дальше. Нифига, ребята, я застрял. Короче, чем закончится этот сезон, узнают только те, кто подпишутся. Кстати, кто не подписан, поставьте лайк и подпишитесь. Ребятки, вот серьезно, я вот посмотрел на видос, где я открывал сундуки, вы набрали 100 тысяч лайков. На видос, где я апаю какие-то рекорды, в 2 или в 3 раза меньше. Ну что вам стоит, вы же можете набрать такое же количество лайков, как и на открытиях. Буду благодарен. Я знаю, что вы есть, те, кто постоянно ставят, поэтому от души вам. Так, ну что, тем временем у нас уже 5 баночек. 5 баночек, вот у челиков 6. Но мне надо сейчас, отвечаю, я быка сейчас сменю, и у нас пойдет все гораздо круче. Так, давай Ваня. Правых зажмем. Давай. Так. Отлично. Зажимаем. Так, постоим. Отлично. Капец. Капец, урон нормальный. Не успела. Отлично. 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 Ну все, это наша катка, скорее всего. Вот бы робота еще сейчас нам. Да, робота сейчас бы. А не показывает на карте, где робот? Ну пока, нет, на карте, тут же нету, видишь, нигде. Ну, в смысле... Ну вот. Угу. Только так. Ха, ой, не Ваня. Хотят отдавать.
Да нормально, мам. Охуй. Блин, капец, она... Твою мать. Капец, нас зажало. Опять его... Что произошло? Последний бой не можем отыграть. Капец, надо было, наверное, все-таки засейвиться, да? Она, короче, использовала турель и застанила меня. И меня полностью съела турель. Короче, скипнем каточку, дабы вам не смотреть 20 минут. Хотя, не, может вам интересно. Давайте, окей, я оставлю. Да, я оставлю, потому что тем, кому не интересно, могут перемотать. А вот если я не вставлю, то досмотреть уже не смогут. Поэтому, кому не интересно, можете перематывать на конец. Но кто смотрит до конца, вы крутые. Напишите, кто досмотрел до этого момента и будет смотреть дальше. Хвост акулы. Или плавник акулы, не знаю. А ты где? Я на центре. Ты умрешь, да? Не. О, забиваем пингвина, отлично. Я заберу, если что, я умру. Давай. Не умру. Норм. Может, ага. Можно на трамплине, или не будем рисковать, да? Я даже не знаю. Не, лучше не будем, не будем. А, ну ладно, окей, давай. Укатился. Ну ладно, зато мы от робота ускакали. Ага, ускакали. Не, ну это нам на руку, мы сейчас его быстренько заберем. Да, нам это на руку. Так, опять робот. Опять, да. Ну я бы зажал Брока, потому что он будет нам помешать. Давай, ты там робота, давай. Я робот, я Брока. Давай Брока. Все, и отлично, и зажимаем робота сейчас. Или надо раз, зажимать. Два, три. Наверное, ставь трамплин, давай сюда нахер пойдем. А, мы никуда не пошли, стоп! Улетаем, улетаем! Я умираю, умираю! Блин, ну последний бой остается! Все-таки робота было плохо. Не, надо... жесть! Короче, блин, никак мы не отыграем последний бой на быке. Ну, кстати, сейчас опять-таки последний бой. Еще хватает кубков. Капец. Жесть. Ты понял, мы умирали в воздухе. Разве так это? А чё, дым в воздухе тоже коцает, да? Я не знал. Так, погнали за розой. Ну это было весело. Да, это было очень весело. Ну гаджет, это вообще смешно. Так, подходите, если чё. Такого пока. Я не знаю, Вань, чё. Давай, нормально всё. Стоять, тихо. Ай. Я улечу, я убегу. Давай. Падла, не дамажь меня. Я убегу. Я, блин, беги просто бок, вверх, там, по углу, да, туда, да. Да, я убегу. Надеюсь, у Тима не сидит. Все нормально. Я с ультой ресаюсь. Так. Ну, как бы. Ну пока гаджет не используй. Ну давай, может, вверх улетим. Я не знаю, рисковано. Став быстрее. Иди сюда. Ты умер опять. Там 0-3. Боже мой, Яру. Это поражение. Я удрал, по-моему, я удрал. Сейчас отыграем нормально. Все, поехали. Зато такие катки у каждого. Запомните, пожалуйста, ребята, меня с бровями. Ай, жесть. Ну, нам реально не повезло, ну, по факту, да? Несколько раз. Мы без банок просто. Да и вообще, бул говно здесь на этой карте, это ни о чем. Всякие на дистанции держат. Вот так вот просто. А Виталя... Я бегу за Кроу, вроде как. Все, надо их как-то поджать, попробовать. Ну, я поджимаю. Блин, нас тоже поджимают. Мы сейчас. Да, окей, тогда уходим. Отходим сюда, влево. Подожди, Вань, их тоже поджали. Все, теперь они по центру. Окей. Так. Оп, я заберу банку. Тут надо быковать. Иначе... Нет, в ШД надо в крысу играть. Ну, значит, в крысу быковать надо. Опа, там шестибаночная
Но это минус? Нет. Нет, ну ладно. Побежали. Там вверху тима жесткая очень. Слева. Так, ну в принципе все, я все тимы видел. Мы топ-2 должны как минимум занять, а то и топ-1. Если так, сейчас на роботах нафармимся. Вань, где тима, где она? Ну тут нормально, ничего нет. Вон тима, 9-баночная. Стой, подожди, пока у напарника рестница. Будем на них банки фармить. Ой, походу тяжело. Я выживу. Блин, тут сюда надо. А, не надо сюда, все правильно, ты там держишься. Минус тима, отлично. Ну вот этих я не знаю, если надо на трамплине, наверное, или пока аккуратно. А, в принципе, там два ближника, нормально, ничего они нам не сделают. О, вот тима, я думаю, где она? Короче, да, вот так. Потому что по-другому никак вообще не выиграть. Они убьют их, я надеюсь. Он тимит. Я ору, просто ты по всей карте летаешь. Вот этого Кроу надо убить. Так, тихо. Все, Дэрил осталось. Вань, давай. Вань, Дэрил. Сейчас я Дэрил убью, БК попробуем. Я у Яча закину как-нибудь. Стой. Я банок тебе дам даже. Пошел отсюда. Давай. Он меня ваншотнул. Говнё. Откинь. Ну это было очень круто. Так, о, ласткатка, топ-2 берем и бык на 700. Потом я меняю перса, и мы просто всех... дрюкаем. Вот так. Мы в ШД добьем, да? Да, добьем в ШД, это принципиально уже хочется сделать в ШД. Окей. По всей карте летаю. Может, на центр побежим по приколу? Я вниз, тут две банки. Ты... да, так... справа. Но он меня не убьет быстро. Ну, главное уйти отсюда вовремя. Не, все. Ты умер, я уйду. Я умер. Ты живи. Живи. Блин, не, плохая идея на центр. Очень плохая, ужасно. Тупо жесть. Там бит слева, короче, бит. Я понял, да. Сейчас прыгнем на него, чекай. А, ладно, пока не будем рисковать. Так, Ваня, резайся. Ой, меня уже дамажит. Тут еще они лоу-хп-шные, можно на трамплине. Так, ладно, нет, пока не будем рисковать, потому что если мы прыгнем, мы сдохнем. Вань, подойди ко мне. Ты уверен в этом? Да. А, вот так. Слушай, не, ну это вообще тактика галактика. А, кого ты закрыл? Блин. Ладно, ты живешь еще пока. Все, уходи. Блин, он там под бустом еще. Нормально живу. Не, у меня нет. Нет! Ну тут надо либо добивать, либо на трамплине. Давай попробуем. Попробуем убить. Если что, резко трамплин став. Все, мы рассоединились, они на меня забили, но я. Все нормально. Я живу. Ты живой? Я живой, я улетел на трамплине. Ты шо? А я тоже живой, но меня тут Шелли сейчас убьет. Я туда-сюда прыгаю. Да, блядь, спраут на меня упарывается. Все, меня сейчас зажимают, Вань. Блин, ну мы между тимами. Это... давай я подожму их. Так, а я не уйду никак. А, да. Уже... а трамплинов нет, да? Тихо, бита быстрее. Убейте бита, пацаны. Убейте его. Ну пушьте его. Ну че они стоят? Два дебила. Да, два дебила просто. Два оленя. ШД. Погнали. Не, я ласткатку, я должен бы капнуть на 700, погнали, пацаны, сейчас сделаем. Я отвечаю, вот кто-то не поставил лайк и не подписался, вот из этого мы не можем затащить. Сделайте это, лайк, подписку, ну что вам, падлу, и мы сейчас затащим, отвечаем. Вот прям чувствую, лайк кто-то не поставил, у нас ну да, идет. Но я же чувствую через камеру, это же у меня, кстати, 20D камера, и она сечет, когда нету лайков. Ну, нормально. Ну, пойдет, хотя бы так, да. Плюс я почти нафидел ульту, поэтому... хотя у тебя трамплин, это вообще четко. Жаль, их только 3. Было бы бесконечно, да. Прыгали бы по стекам. Ну, было бы это как ульта у тебя, а... гаджет оттал. Придется выживать. Да, блин. Вообще не прет нам. Банок не можем нафармить по-бырому. Давай, может, затимимся с ними. Окей.
Шок, такого никогда не было, и вот опять. Все, затимились. Блин, ну мне кажется, они закрысят. Конечно, закрысят, поэтому убьем их. А ну стой, они не знают, что я здесь. А он аккуратно чекает. Он меня запалил. Блин, так... они упоротые, капец. Они встали тут и стоят. Так, все, Ниту убиваем. Бля. Опа! Ты шо, трамплин вообще, one love. И они что же могут? Ну, отлично, все. Все, мы затащим, нам топ-2 надо. Надо тут спрятаться. Стоим. Может, блин, поджимают. Да куда он опять сюда идет? Нет, пока стоим. Давай верхнего подожмем, нет? Там бык. Не-не, иди сюда. Ну они подожмут нас, я тебе говорю, надо верх... А, блин, ну вот поздно, если бы убили, минус тима бы была. Я выживу, надеюсь. Так, Ваня, отходи. Хотя бы третье место. Улетай вниз. Беги. Бля, прыгай. Я не знаю, прыгай, просто прыгай. Что попало вообще? А ну, затимся с ними. Боже, тимимся в шаде. Я резнусь. Просто тимся, не бей их. Ой, а куда ты? Я резнулся. Окей. Спасибо, пацаны. Спасибо. Последняя гребаная каточка. Не, ну мы это сделаем, погнали. Назвал бы видос, добиваю была на 700. О, не, мы дапаем его. Я тупо ничего не хочу вырезать, хочу, чтобы все катки они видели. А последнюю на 19 тысяч я просто другим пиком, мы на изи апнем. Просто не знаю, но у меня этот... Я ничего не могу сделать. Сейчас более-менее катка, хотя бы два буста, это уже лучше, чем три. Да вообще, да, нам не прюхало. Все, Вань, побежали. На центр. Давай, да, на центр, идем. И робота сразу забираем. Ага, сейчас нас заберут. Заберем. Капец. Хорош. Все, уходи, норм, у тебя. Да, я живу. Все пучком. Так, окей. Короче, Вань, я буду приманкой. Давай. Будем на живца их ловить. О, здорово. Затимился? А пофиг, я затимился, да. Так, я вот это... Они Ладно. Не знают, что ты тут. Хорошо. Я сделал вид, что я вообще... Блин, ну у него же ульта, ты понимаешь, да? Тихо, нормально. Он меня ультанул, ты прикинь? Козел. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Не-не, это все, это вопрос принципа просто. Мы это сделаем. Я просто не могу. Сука. Что за упоротый режим? Это казино. Это реально. Короче, пацаны, я не знаю, если вы все подписались, поставили лайк, тогда что-то не то. Но кто-то по-любому это не сделал. Мы не можем затащить гребаную катку. А нам надо 19 тысяч, чтобы вы понимали. Короче, видос будет длинным. Так, окей. На часа 3 видос будет. Уходи. Оп, отлично. Я прикрою. Тихо, хорош. Тактика галактика. Ай, там оса. Короче, Вань, есть только один вариант. Спасибо. Так, я приду к тебе. Я иду к тебе. Да. Блин, там тара ваншотная. Я Асена стакал этот. Хилимся живем. Все, она его слила. Окей, ну мне одна тыка и все. И... Да нормально, 6 бустов, это уже есть, да, что это... покушать. Ха. Может, упоримся? Это уже есть, что показать. Не, стой, пока стоим. Погнал. Давай. Так, все, и уходи ко мне. Ай-яй-яй-яй-яй, блядь, щит. Да их добьют. Или нет? Но у меня ульта есть, так что я пока, ну, чувствую себя хорошо. Отбухуем чуть-чуть. Слушай, да сейчас можно вообще трамплины ставить, залетать, всем лица выворачивать наизнанку. Давай так и сделаем.
Давай. А, мне последний. Не, подожди, давай найдем самую жирную тиму и просто выпустим кишки с них. Сейчас. Подожди. О, на спайка. Ты уверен? Ты без меня полетел, ну ладно. Тут тима, я прикрою. А кто там? А, ворон. Да блин, плохо все. Робот нас зажимает. Короче, я упарываюсь, да, все. Давай попробуем топ-1. Не, ладно, нормально, хотя бы топ-2 уже. А мы еще не проиграли. А, дамага у них бустов очень много. Это ровно плюс 7. И мы всего лишь за 20 минут апнули быка. Но это ровно 700. Это просто был вопрос принципа. Окей, я меняю сейчас пик. Я сейчас возьму, да кого угодно, просто кого. Вот, его возьму и все, и всем просто подрублюсь, когда будет финалочка. Или, нет, давай каточку покажем. Я не знаю, ну, не знаю, вам интересно или нет смотреть так долго. Если вы досмотрели до этого момента, напишите плавник акулы. Это я в этом видосе говорил или в прошлом? Плавник акулы, все, пишите плавник акулы. Нет, если я в этом видосе говорил, то тогда другое слово. Напишите, не знаю. Хвост журавля? Окей. Окей, хвост журавля. Что в голову пришло. Да. О, вот это другой разговор. А так, а я хоть со второй жизни играю. Бам? А, нет, не бам. Ну ничего, бывает. Обидка, будем на тебя играть. Да, тут бит вообще решает. Ну ты капец, конечно, медленный. Ля. Ну ты, конечно, вообще улитка, блин. Тут бы мы никуда не улетели с такой скоростью. Не, ну он нормально, он наваливает добро. Плюс у меня вторая жизнь, мне это нравится. Минута молчания. Да-да, тут только так, гусей этих. Найс. Да ты шо, просто гля шо делает, кабины отрывает. Так, робот, там робот кого-то зажал. Понимаю, так. О, ну привет. Ну вот, другой пик взяли, все, что, скажите нам. Ой, это я проавтачил немножко, да, бывает. Кстати, на кольте тут еще можно упороться нормально. Так. Да все, это минус. Я даже вот так сделаю. Оп. Привет, подруга. Не ожидала? Я сдохну, но я резнусь. Чтоб ты понимал. Я опять сдохну, но в этот раз... Бум! Короче, Виталий, если сейчас не сдохнет, то будет окей все. Я убежал. Прям возле ушка пролетело. Так. Да зачем ты? Не тимся. Добиваем их. На Карла, на Карла. Не, все, не добиваем, они затимились. Окей. Просто там чел очень жирный, который остался у них. Ну ладно. Все, так хоть топ-2. А теперь за первое место попадаемся. Так! 500 хп! Ну ладно, нормально, второе место. Там один кубок разницы. Так, ну я, может, погорячился. Короче, еще 30 кубков. Теперь подрублюсь, когда будет финалочка, ребят. Я, может, вам и интересно смотреть полностью все, но все-таки 20 минут ролик идет. Ну почему такие каточки не на видосик? Чего не знаю, блин. На видос, по-моему, мы ни одной топ-1 не взяли. Итак, я пробустил Виталию на 800 кубков Динамайка, да? Есть? Да. Все, отлично, скрин. Ждите видос у Виталия на канале. Он 800 апнул, молодец, неплохо старался. Спасибо, я очень старался. Эй, ладно, ребят, подрублюсь до последней катки. Ребята, посмотрите на эту пошлятину. Да, кстати. Я ору просто в этом видео. Мы как будто взяли за ручку и туда-сюда, блядь, ходили просто. Я ору. О, не могу. Так. Опа, добил. Да, не успел. Но я живу пока, у меня гемы. Джейс, хоть заберись меня, гемы.
Бля, и не успеваю. А, ладно, он слился. Хорошо, Мортиса убили. Так, все, нормально, 7-6. Ой-ой-ой. Прикрою, прикрою. Ультуй, отлично. Ай, беги, беги, брат. Надо его сейвить, быстрее бежать. Ох. Так, Джесси там... Да твою ж мать, как ты достал уже. Поганка. Тихо-тихо-тихо, я убил Джесси. Сорвалась, а, бандура. Все. Ну, с катапульта это, конечно, тема топовая. Так, а ты прикинь, подожди, сейчас какого бы перса такого взять? Ну, к примеру. Который мог бы туда-сюда, и чтобы это было профитно. Ультуй. Уф! И это еще не 29 тысяч. И кубки ап. Итак, друзья, последняя каточка осталась. Только что затащили, блин, такую сильную тиму. Был очень крутой бой. Мы начинали очень бодро, весело, но вы не представляете, как мы потом застряли. То есть давайте я вам просто покажу лог поединка, сколько мы уже играем. Мы очень нахватались поражений. А, не покажу. Не покажу почему-то. Ну, мы играем реально где-то часа два. Очень долго. Реально очень долго. Мы там пики меняли. Ну, не важно. Просто не важно. Последний бой остался, 29 тысяч. Я пойду отдохну, перекушу и запускаю трансляцию. Последняя тысяча. Я вас очень прошу, поддержите. Приходите сегодня и завтра. Я буду играть до конца. Прям до упора. Буду максимально стараться. Ну, тысячу я должен запушить. Как бы сложно там ни было. Поэтому жду вас всех на стриме. Сейчас последнюю каточку сыграем. Хоть бы затащили, реально. Тоже буду стараться сейчас, очень сложно. Но теме интересней, как говорит Виталий. Погнали. Чуть-чуть разыгрались. Так. Ну да. Так. Оп, подошел. Все, брока забрал. Четко. Четко. Все, забрал этого. Просто ухожу. Есть. Опа. Бегу. Я заберу твои гемы, Виталь. Mm-hmm. Okay. А что мы добьем? Добьем розу. Поменяйтесь флангами, пусть Сэнди. Хорошо, идет, хорошо. Давай поменяемся. А где кто? Я не вижу никого. А, вижу, Роза зашла. Там на мидл кустах Брокс. Да ёпта, 300 хп её пока отхилил. Где она? Ну здесь. Она здесь, в этом острове, да. Виталя, блин, ты... сейчас помогу. Опа, все убили. Отличный гаджет вообще. Пока добил. А, все, уходите быстрее, уходите. Так. Используй. Прям нарез бегите. Нарез. Ух! Тихо. Ауф. Сейчас будет ульта от Брока. В общем, дорогие друзья, это победка. Да. Виталя говорил, мы апнем тебе розу на 900. Я не верил. Думаю, да какой 900? Блин, надо менять, идти, что-то делать. Но нет. Мне нравится настойчивость Виталия. Он прям, ну, четко вообще. Мне его нравится характер. Друзья, 29 тысяч. Спасибо, естественно, Кулеру, Виталию. В общем, осталось даже не 1997, еще 2 дня. Но это не значит, что это будет легко, ребят. Вот серьезно, вот казалось бы, косарь остался. Но осталось теперь самое такое, ну, сложное. И я буду стараться. Сегодня на стриме будет долгий стрим. Всех приглашаю, берите вкусняшки, залетайте, будет весело. В описании будут полезные ссылочки, переходите, подписывайтесь. Я прощаюсь с вами, всем хорошего дня. И помните, брови сбрею, если не апну 30к. Погнали дальше. Всем пока. Пока.